Ребята, это Мерседес. У него уже есть насадки. Они очень классно выглядят. И под эти насадки необходимо сделать звук, собственно, так, чтобы вид соответствовал звуку и звук соответствовал виду. Масло масляное у меня в голове, но на этой машине этот выхлоп ей идет. И мало того, он ей идет. Этот выхлоп еще можно управлять, регулировать звуком, включать его и выключать, когда захочется. И это очень классно, потому что бас, который идет в салон, он дает эмоции от вождения. Каждый раз, нажимая на газ... Бомба, вообще бомба. Ты ощущаешь, насколько кайфово сидеть за рулем мощного авто, который прет вперед, у которого есть турбина, которая раскручивается и звучит, облагораживает выхлоп. Это все и многое другое вы можете сделать в ультравыхлоп. Все касаемо тюнинга звука, внешнего вида и глушителя, увеличения мощности. Приезжайте к нам, если хотите также, и погнали слушать и смотреть, что у нас получилось на этом Мерине. Thank you.